Бегу сейчас по делам. Надо, надо. Дела тоже надо делать. На улице так подморозило. В общем, обычная зимняя погодка. Так что бегу, бегу, чтобы не замерзнуть быстрее темп. Сегодняшнее видео у меня тоже будет неинтересное, так что можете сразу выключать. Если кому-то скучно и надо какое-то развлечение, можете смотреть другие каналы. Там, где ведут вести из подвала, там веселее. У меня скучно. На рынке, конечно, фрукты намного лучше и качественней. Гранат по 130 гривен, мандарины по 65 гривен, и хурма красивая такая, крупная. В общем, конечно, один к одному. Но, зайдя в магазин, вроде бы и выбор больше, но такое все. Мандарины малюсенькие, гранаты какие-то высохшие, авокадо 196 гривен килограмм. И еще какое-то авокадо, еще другого сорта там есть. Ананасы по 97 гривен килограмм. Хурма 90 гривен. Хурма королек даже есть. То есть тут даже несколько видов есть разный. Вот королек, кто любит, 80 гривен за килограмм. Яблок, конечно, выбор более-менее нормальный еще. И яблоки зеленые, и экстра. В общем, разные сорта на любой вкус. Действительно, фрукту можно выбрать. Ну, овощи мы сегодня с вами немножко обойдем. По овощам как-то так не очень пройдемся. В общем, самое дешевое из овощей – это буряк. 9,95 за килограмм. Дешевле всего. Вот обыкновенная капуста 11,95, которую на борщ. Ну, савойскую это на салатик можно. Ну, дороговато, конечно. Даже пекинская тоже дороговатая, конечно. Кабачки по 70 гривен. Ну, так, в общем, в принципе, можно один взять. Перец острый. Ну, вот яблок. И во второй ряд я завернула. Опять яблок здесь много. Вот чемпион, Red Prince. Действительно, яблок можно выбрать. Даже виноград есть по 80 гривен за килограмм. Есть киви, продается прямо так в коробочке, у кошеку написано. Лимончики есть, ну вот как-то так. Бананчики. Чечеловский район, улица Дмитрия Кедрина. Все дома полностью на электричестве, которые отсутствуют пятые сутки. ДТЭК отправляет к ДЭК. ЦЭК отправляет к ДТЭК. В домах нет света, нет отопления. Кухонные плиты не на газу. Много маленьких детей. Куда обращаться? Буквально через дорогу свет есть. На третьи сутки вот так вот люди готовят кушать и греют воду. Никаких официальных комментариев по этому городская власть не дает. Также никто не приехал просто пообщаться с людьми, объяснить, успокоить, да даже что-то пообещать.